Так сказать, первая карточка в кислоточке, да? А, Раз, попробую. два, Раз. три. Нажал. И не пикнуло. О, пикнуло О. сейчас. Первая катка в кислоте получается. И мы грузимся. Ну что-то, что-то грузит. Не, у меня время еще. А вас запикало? Да, грузимся. Выйди. А, ГБЛа получается. Ну желательно. Останови, нажми паузу, мы выйдем. Ну, типа, я не знаю, куда вас там кинул. Может, не может две группы закидывать в один бой? Давай попробуем. Я вышел. Ну, давай, я жду. Я жду. Раз, раз. Подожди, у нас не вышли еще. Плюс три двоеточия, ноль дня према. Спасибо, пацаны. Завтра бы закончился. Раз. Подожди. Это у нас не вышло. Человек кидает донат, пишет. Спасибо за три дня према, завтра бы премка закончилась. Спасибо. А там, кстати, если краску верно угадал, три дня према, да? Да. Раз, два. Подожди, unbeatable, ну, man. Фас, окей, все, окей. Готово? Раз, да, yes. Два, ready. Три. Ай, клик. Что-то, погнали. Мы грузимся. Пошло. Пошел контент. Пошла жаришка. Да, все в одной. О, вместе, да. Суета. Отлично. Миш, если что, у меня видос. Это к чему? Потому что эта катка на видос идет мне. Я даже не задумался. А тут нет этого самого? А, дронов нет. Нету дронов. Тут чисто как в киберспорте, Вань. Перебить можно. Давайте найдем дроны, да? Другой, может быть, режим дрона будет. Перебить можно. Дронов нет, пошлите. Вот, что я мечтал. Я бью всех, что я мечтал, пацаны. Вот это я мечтал. Я бью всех, кто на кислоте. Давайте построимся в центре, может быть, организуем? Да, в Демкино. Так тут все запикались, боже, я вот тут фулл карт запиканная. Бля, мне кидает урон. Вон один только вижу. Вижу один тип тут. Го центр. Ой, это обоссанное животное запикалось. Он полетел, пчел еще, на изумруде. Какой-то чел бьет там. Не про этого. Про дебила тупорылого. Там 30 недоумения, говорит, чего тут за мост такой интересный. Камбро. Ой, Максимка полетел, хорош. Не дали встать. Это чё-то. Давай, не ждём. Чё-то. Там есть у вас, может, с Мишей? Ну, а мы туда встанем? Ну, ребят, нормально, ну чё? Ну, там, по-моему, только твинс не в теме поднимается. А, ну, а там ещё далеко. Твинца слить, а то он не в теме. Чехи изумруд одели, нормально. Место, пожалуйста. Ну, твинца добейте. Там твинцу сейчас дам ему. Это чё-то. Пока сейчас полетит. Скиньте ему голд винцу, может быть, погонит за голдом. Нас за саботаж не явно нужно? ДМ? Это ж ДМ. Ну, Лавс, проснись. Пишет, где мои 3 миллиона, слышишь? Бэк, нах. Я тебе один должен. 3, говорит. Твинс там погнал за голдом уже или нет? А подожди, я ему же ничего не должен. Он же просрал ставку. Ну, я ему ничего не должен. Все, что выиграл, все забрал. Фух. Ну что скажете? Хорош. Да так, чисто. Как оно? Покатались сегодня. Круто провели время. Как красочка? Так, неплохо. Помнил хоть во время Старладера, как играл на ней. У тебя же после Старладера тоже было. Да я уже не помню, забыл. Мы же ЦП когда выигрывали, ты же был тоже. Ну да, там такая была кислая чистая. Тут уже настоящая. Почему кислая тогда была? А, ты не играл тогда? Я тогда мало играл. Ага. Это чьё-то. Парник счастливчик вместе с нами запикался. Так, мы так и будем стоять? Да. Завозим контент. Предлагаю пиздиться нахуй. Предлагаю делит и let's go. О, давай. Да, Миша крыса нахуй, делит не жмет. А я забыл делит. Да, мышь. Все ясно с тобой. Я задумался, я просто думал, может быть, мы миллион разыграем, кто первое место в этом бою займет. Давай нахуй. Только между собой. Между собой, да? Да. Миллион ты разыграешь. Это нормальная тема. Ты сначала крысанул меня, потом говорит, миллион разыграем. Держи в курсе, Миш.
Да не, я Delete реально забыл нажать. Я думаю, что игра непривычная. Все, какой миллион? 40 лямов уже разыгрываешь, давай. Да все, ладно, не хотите, так не хотите. Все понятно, с Ваней слился, как всегда. Второй уже. Минус. Ну ты же не захотел спорить, Миш. Так я захотел, ты говоришь, не. А не, Миш, ну ты сказал, ты не споришь, поэтому, ну как бы. Ты сказал, только с дураками споришь. Нет, Миш, ну ты как бы не хочешь спорить. Ну, я тебе предложил, ты не захотел. Ясно. Твои проблемы. Ваня, как всегда, как поспорить с умным человеком, но не хочет. Как раз, ну, так да, сразу. Понятно. Я делаю, что как бы, ну, не хочется тебе спорить, но... Нет. Ничего страшного. Ладно, ладно. Может, сейчас пробитие еще какие-то юзать, ё-моё. Молот. Ой, я знаю, возьму ему на маму тот пробитие, точно. Чё-то, чё. Тра-та-та. Кто сегодня до рестарта? Не, краска красивая. В принципе, один день покатать можно. Ещё хоть за спину бьёшь. Я, в принципе... Пока Тёма не слышит, можно поиграть, потом пусть забирает. Ну, на один день, в принципе, хороший. Мне нравится. На нахуй. А там, кстати, эту вторую, а, ну, вторую, наверное, не забирали. Пойдет по красоте. Буда дуже добре. Он нару выключи. Ё-моё. А здесь типа шутник. Повышенный шанс золотых ящиков, да? Так, это Сэм скинул. До сих пор кнопка заела. Они не падают больше. Попизди у инвитого, давай, пизди. Да не, он братик. Но он меня бьет. Окей. Слышал? Услышал, бралюкас? Ну что, когда газуешь уже? Краску выиграли, теперь можно уже газовать до Ригена. Суету давать. Не? Уже газую. Когда летишь? Суета. Ой, за... Бой, и жрет меня в спину, ну... Бейкон. Мир, мир. Да, мир, мир. Дает суеты. Не, ну я сказал бы, ДМ-ка прикольная, да. Хуя. Интересная. Да, все свои нормально. Хорошая. Но я бы лучше дикострайкера, если честно, взял бы. Так, чисто. Тут нет оверки, братан. Ну, пошел бы в нормальный матчмейкинг. Суеты дал бы. Чисто так. Чуть-чуть пострелял бы. Бро, ну как он выглядит, это просто. Ну вот. Вот это реально то, чего я хотел. Тогда, когда были эффекты выстрелов, у меня не было этого. Бро, это вообще, ну это просто то, что я хотел. Нормал дэнс. Да, это очень крутая тема. Вот это прям реальный кайф. Фризик. Просто суета. О, фризик. Просто суета. Это просто суета. Так, мне нужна премка, но. Сэм со Стасом сидят такие и думают, боже, знаешь, вообще пофиг. Там, блин, надоело это кто-то, лучше бы другой. Да вообще насрать, да? Че, мы не могли звезду выиграть? Поёмно. Или все-таки есть что-то, Стас, такое, ну, типа. Не, ну. Пофиг, главное было выиграть. Сохранил, да, и все. О, уже зажрались, уже кислота такая. Mm-hmm. Ну, пойдет. Переиграть. Что такое? Ай, ладно, покатит. На троечку. Ты чувствую, когда даже не забрали. 5 тысяч танкоинов нормально. Да не, какие 5 тысяч танкоинов? Тут все Тёма забирает. А, да? Ладно. Чё Миша сказал? Хотя бы три устройства. Забирает. Не понял, кто забирает. Тёма не, даже и танкоин не забирает. Тёма танкоин забирает, не говорит. Тёме чего не скажу, он будет тильки съесть до последнего. Это не надо какие устройства брать. Да, если не знаешь, то не бери. Бери тяжелую маму. А у тебя откуда это устройство? Спасибо, спасибо. Я когда покупал эти спецухи за команду, меня оттуда повыпадали. Не, все, что я хотел. Электропушка выпала, блондербас выпал, Зида есть, рельс на включение. На стоп тоже есть. А блондербас без криза нормально или нет? По-моему, он только с кризом неплохо. Ну, это суета только меня бьет. Никто не бьет, блин, только это почему суета. Почему устройство вообще нормально есть, кроме шафта на лечение? Сорян, Стас, я не специально. Да? Молот, молот новый вышел. Фиги, по полторушке дают. У нас его не будет. А молот нельзя брать новый?
Наглушение. Типа там наглушение. О, нет, это же фигня. Наверное, можно. Ну я бы потроллил себя. А какие варианты есть, страйка? Ну, да, стрима уже списком дадут. Братик, ты теперь знаешь, что может быть за троллинг. Можешь попробовать, Лавс. Так чисто. Прикалываться. Раньше терять нечего было, да? А тебе а чё, уже... блядь, кого мне пиздить нахуй, блядь? Все мирно. А тебе уже этого. Есть кого. Уже что-то можно потерять. Что-то. Могу я хоть первое место займу, что ли? Так чисто. Какое первое место? Так чисто хоть. По красоте, что было. Хоть первое. Алёша пишет, можно брать любое устройство в игре, которое есть в списке. Понятно. А там же будет в призах список. Так нечего брать. Все, что нужно, есть. А я шаф на лечение брал? Я вот не помню. А, так у меня же еще оставил одно устройство, точно я вспомнил. У меня же еще есть. Шаф на лечение, так, чисто по фану. У меня же еще есть. Там все устройства будут, их добавят со временем, Алёша пишет. Слишком хорошо звучит. Проверю, у тебя появились новые устройства в твоем списке старом. Да, конечно, все равно еще не... А, ты имеешь в виду там? А там, мне кажется, появлялось. Тогда, когда обновляли. Тогда, когда второй сезон закончился. Мне кажется, там обновляли. Поэтому... А у тебя он со второго сезона есть, список этот? Нет. Я оставлял с первого сезона. У меня было с первого сезона и со второго сезона, понял? И тогда, когда я смотрел, тогда добавляли эти, когда новые устройства там добавились. Что было? Мне кажется. Это не точно, конечно. Походу было. Походу что-то было. Ну что, Миш, как? Я не знаю. Вспомнил старые былые времена? Да не особо. Не? Нет, не рад? По-другому все было. Не, рад, конечно, приятно. Не знаю. Ну, я рад победе. Честно. Нет, так-то да. Я рад тому, что мы выиграли. Что это работа, которую мы делали больше двух месяцев. Эвриде такая мазка. Не зря на такой мешке ходили. Она окупилась. Унесу тебя на. Чонграционный чит. Thanks, man, thanks. Ёб твою душу, братанчик. Thanks. О, так что. Красавцы? Это вы красавцы. Тофи очень большая работа была проделана. Хорошо, что потренили передовки, как говорится. Да. Угу. Благо нашли тех ребят, которые готовы трениться против вас. Слава богу, у нас есть надежный соперник. Да, который не подведет никогда. Играть не умеет, но не подводит. Не, было бы, кстати, жестко, если бы, например, либо форматы были бы 5 на 5, либо было бы, как раньше, игроков 12, то есть, чтобы у тебя всегда была возможность тренироваться между собой. Это жесткая тема. Смогли же что-то сохранить все-таки до гранд-финала? Могли оставить. Ну, Тёму сохранили. О, контейнер, нифига себе. Бля, а я бы вообще, знаете чё? Я бы вообще... Где контейнер? Вот вы не хотели бы гранд-финал пересмотреть? Не? Да, там, где я играл, не играл, я смотрел весь матч. Бля, я бы вот, например, хотел бы, например, завтра врубить стриматик и пересмотреть. Я бы глянул, я не видел вообще ни одного раунда, я сидел так. Я два раунда. Бля, я тоже не видел ни одного раунда. Ну там так чисто кисло.
Выигрывали, да, выигрывали. Не, ну лайтик-то плотный был, лайт сетап это нормально. Ну, лайт я такой был, нахуй. Это же РДТ мы там чуть-чуть себе преимущество сделали, а так до этого там равная игра была. Тримтиме, наверное, равная игра, там интересно было. Ну да, равно. А там, где Тём, заходи, эти скины, я подержу, пока не буду ставить. Да, и при том, что они в конфу заходили, да, в те тайминги, и тогда зашли, и тогда зашли. Когда Тёма первый раз заходил, свой первый раунд там скатал, тогда да, они, ты как раз говорил, они зашли. Тём, заходи, на. Сэм такой говорит, я не ставлю, Тём, давай быстрее респись, на. Тём, еще немножко, Тём. Тём, еще респы хорошие были. Я на базе парни скидывайте. Тём, чем интерес, я на штоке. Уже готов. Да, вот, убирай. Чё, по красоте? По красоте. По красоте. Ой, третье место. Третье место. Вот это как бы. Родное. Ну, как говорится, все на месте. Все здесь. Все на базе. Все?